Реклама в неположенных местах и горы мусора. Административная комиссия выявила в ходе рейда в Якутске нарушение правил благоустройства. На масштабной проверке, на которую вышли сразу 37 сотрудников административных комиссий со всех районов республики, побывала и наш корреспондент Марианна Кутукова. Давайте остановимся справа. Вот нарушение, например, по информационной конструкции. Вот такие лохмотья надо убирать. Рекламный баннер на перилах лестницы, фасадах домов или на дворах считается нарушением правил благоустройства. Работники магазина во избежание административного дела сняли баннер на глазах комиссии. А в другом продуктовом магазине уже на автодорожной улице информационную конструкцию не убрали. Здание магазина считается незаконной торговой точкой и в скором времени подлежит сносу либо перемещению. Еще один адрес, который привлек внимание административной комиссии, один из муниципальных детских садов города Якутска. Здесь нарушение налицо. Почему-то мусор разбросан возле мусорных баков, когда как сами баки не пусты. Есть захламление, мусор, по-моему, не убирали где-то. Это несколько дней. Сейчас административная комиссия разбирается с заведующей детского сада. И скоро мы узнаем причины этого захламления, этого нарушения. Тут вины дошкольного учреждения нет. Ввиду того, что при проведении проверки мы установили, что занимается транспортными услугами «Экопроект». У них сломался автотранспорт, и в связи с этим они своевременно не вывезли мусор. Но считаю, что здесь имеется нарушение. Обучающий рейд состоялся для сотрудников административных комиссий из 27 районов и городов Якутии. Проверка стала практической частью республиканского семинара. Я считаю, что такие наши совещания, семинары-совещания, они очень полезны. Вот. В плане того, что мы узнаем новое законодательство, и самое главное, мы узнаем новое из правоприменительной практики всех улусов. По итогам рейда участники не только обменялись опытом, но и возбудили реальные административные дела, извещения по которым непременно дойдут до нарушителей и ответственных лиц. Марианна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.